Сегодня я представляю вашему вниманию кутюрную коллекцию сезона весна-лето 2017. Источником вдохновения послужила сакура, японская традиция любоваться ее цветением. Я взял за основу разные элементы японской культуры и интерпретировал их на новый современный лад. К примеру, за вдохновением я обратился к кимоно и оригами. Концепция коллекции такова. Хрупкие, нежные, мягкие материалы мы дополняем жесткими, тяжелыми, плотными. Причем легкие материалы остаются внутри, а более тяжелые расположены поверх них снаружи. В палитре нарядов отражается тот же источник вдохновения. Я использовал разные оттенки розового, бежевого, золотого, а также цвет шампанского. Экспериментировал с насыщенностью, по-разному сочетал тона. Силуэт в этом сезоне архитектурный. Я старался за счет кроя придать нарядам новый, неожиданный объем. Один из ключевых элементов коллекции – эффект 3D. Эту тему поддерживают вышивка, крой и силуэт. На этот раз я отказался от плоских нарядов. Вместо этого сосредоточился на объеме и многослойности. Декор выполнен полностью вручную. Мастера расшили платье бисером, причем мельчайшим. Конечно, это очень трудоемкий и долгий процесс, но результат превосходный. Декор получился тонким и изысканным. Также мы украсили платье цветами разных форм и оттенков, которые вырезали из шелковой органзы. Кристаллы, опять же, всевозможных форм и размеров усиливают 3D-эффект.